One. You have one new message. Древнее Евангелие, поколению Google, поколению интернета и новых технологий. Мы верим, что неизменное, древнее, вечное Евангелие Иисуса Христа – самая главная потребность всех поколений, каждой эпохи. Прежде чем я поделюсь Словом Божьим, я хочу песню моего приемного сына «Бриллиант из подвала», так называется фильм о нем. Кто не видел, найдите в интернете, это легко. Моя сегодняшняя проповедь называется «Виртуальный Бог». И прежде чем я объясню, о чем идет речь, я прошу старшее поколение.